Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня вместе с вами мы в магазине Fix Price по адресу город Коммунар, Ленинградская область, улица Фабричная, дом 9. Посмотрим, что здесь продается. Пройдемся по новинкам, по тем товарам, которые давно в продаже. Сегодня свой обзор я начну с отдела игрушек. Я увидела новый игровой набор. И самое интересное, что он для малышей 0+. Именно такие товары 0+, очень-очень редко в Fix Price бывают. Вот такая коробочка, набор называется «Тактильные мячики». Удобно их держать в ручке, при нажатии они пищат. И это для развивающих занятий с ребенком. В набор входит 6 мячей разной формы. Обратите внимание, они тут и сплющенные, действительно разные. Цвета тут еще можно изучать. И даже они подходят для массажа и игры в воде. Купание станет, написано, еще интересней. Способствует изучению цветов, хватательный рефлекс развивает, и рельефная поверхность мячей способствует развитию мелкой моторики и сенсорного восприятия. Выполнены они из ПВХ и полипропилена, это Китай. Коробочка здесь такая, скотчем не заклеена. Хочу достать один мячик и показать как пример, как это выглядит. Они такие. Видите, здесь еще и цифры, а здесь какие-то звездочки. И там они еще, видите, полосатые. В общем, они такие прорезиненные. Очень классный наборчик, мне прям понравилось. Новинка, супер новинка, цена 249. Ну а если рассматривать игрушки тоже на возраст для малышей 0+, есть еще вот такой набор. Это погремушка на ручку, она мягкая. Состоит из двух погремушек, представляете, цена всего 79. Ремешочки здесь мягкие, они, по-моему, с магнитиками. Полиэстер, металл, вот эта ткань меховая. Мордашки разные. Вот малыш на ручку, и оно еще гремит. Тут различные животные, можно прям несколько наборочков покупать. Тут и птенчики, и овечки, и обезьянки, и котики по 20, на 79. Также добавили развивашки. Вот такая аквамозаика. Наборчик небольшой, но он очень интересный. Без клея и утюга написано. Цена 199 рублей. Аквабусины 5 цветов, картина, схема 4 штуки. Пластиковая форма, лопатка, колечко 4 для подвешивания, пульверизатор и пинцет. И вот так это все выглядит. Здесь подробная инструкция, все написано, все нарисовано. Ну и вот покажу, что здесь различные герои. Это и мимимишки, и 3 кота, и цена 199. В садовом отделе пока все без изменений, но здесь очень много товара. Из того, что появилось, этот снова вот добавили повторно декоративное металлическое кашпо за 249 рублей. Мы с вами такое смотрели буквально несколько дней назад. За пару дней все разобрано было. Само кашпо стальное. Здесь вот ручка такая деревянная, окрашенная. Посмотрите, какая красота, если вы не видели. Цвета разные. Ручка опускается. 249. Вот такой еще есть потемней. Тут 4 цвета. И вот снова они 4 появились. Ну а так, садовый отдел, конечно же, забит. Еще будут поступать товары, пока я новенького ничего не нашла. Каждый товар мы с вами смотрели подробно. Кто не видел, возвращайтесь назад и обязательно просматривайте те ролики, которые вы не смотрели. Ну а мы двигаемся дальше. Сегодня по двойному ценнику бумажные носовые платочки. 12 упаковок, и стоят они 79, по карте 72. Скидка небольшая, но всегда приятно. Платочек удобно в сумочку положить. У нас такая погода, пишите, как у вас. У нас такая сильная метель, ветер, минус 10. Пишите, как у вас. И вот такие салфеточки тоже увидела, что по двойному ценнику. Такая огромная упаковка в 3 рядочка, 500 штук. Обычные столовые белые, 24 на 24. Они так стоят 149, если у вас есть карта, можно купить за 127, прям беленькие. Увидела, по двойному ценнику можно купить дешевле порошок Ирма, называется. Большая упаковка, 4,8 килограмма. Это для машинной стирки, представляете, на 65 стирок. Так стоит 3,49, по карте 297. Я сейчас посмотрю, кто это, по-моему, Беларусь. Нет, это компания «Волга», Татарстан. Я почему-то подумала, что это Беларусь. Можно стирать при температуре 30, 40, 60 и 90. Буквально в последнем обзоре я вам показывала крем после доения. Стояла одна упаковка. Видимо, тоже посмотрели мой обзор и добавили. Вот такой тоже бывает. Увидели, что закончилось, и добавляют. 62 рубля, 150 миллилитров. Поэтому, если вы хотели купить, пришли, не было. Ну вот, пожалуйста, все свеженькое. Новая поставка, декабрь 23-го, прям свежайший товар. Но отзывы тоже разные. В основном этот крем очень любят. Вот в Лорисан продается маска Акиранова. Это бальзам-маска, восстанавливающая для волос. Укрепляет корни, стимулирует рост, восстанавливает структуру. В Лорисан это
Москва. Объем 450 мл. Здесь тоже можно посмотреть состав и почитать, что будет восстановление поврежденных волос. Есть такая же в желтой упаковке, написано восстанавливающее яичное для ослабленных, протеины и лецитин в составе. Уплотняет структуру волоса, питает, увлажняет, придает эластичность и блеск. Вот такие маски по 99. Вот на первой написано Керанова, на второй Керанова не написано. Вот Керанова есть еще вот такой мгновенный восстановитель структуры волос против выпадения. 275 мл, цена 62 рубля. По-моему, это, да, несмываемая жидкость для ослабленных волос. Содержит кератин, депантенол, сокращает выпадение, стимулирует рост и придает блеск и объем. В фикс-прайсе всегда продается поддон для обуви. Стоит он 116 рублей. Мне кажется, он стоил 99 рублей. Пишите, кто помнит. По-моему, они всегда были по 99. Мне кажется, поддон подорожал. Но вещь очень классная для обуви. 70x37. Производство России, компания Терапласт. Слякоть как раз в межсезонье. У меня прямо у входа лежит такой поддон, и я на него ставлю обувь. Еще многим понравится идея, как и ранее писали, использовать вот рассаду. Стаканчики ставить. Ну вот цена теперь 116, но товар прям такой хороший. Много привезли. В канцелярском отделе появилась интересная папка. Формат А4, написано с 3D-эффектом. И она с резиночкой. Стоит 79 рублей. Она такая, видите, прям вся блестит и переливается. Как раньше такие открыточки были. Переворачиваешь, а там... Здесь, правда, нет другого рисунка, но я думаю, многие помнят. Она такая просто здесь блестящая, плотненькая. Вот она, резинка. Положили, зацепили. Тут они разные. С машинкой. Вот еще котики-собачки, такая яркая. Цена 79. Здесь она... С двух сторон такая яркая. Ну, а если вам формат А4 большой, такого же плана подобного, есть формат А5. Цена тоже 79. Здесь резинки, видите, на уголочке. Она тоже плотная, все яркие. Внизу на полочке лежат. Детям в школу тетради носить. Очень классные карандаши. Такая обложка интересная, вот эта упаковка. Она как пластиковая, 124 рубля. Цветные, 24 цвета. Цвета разные. Оттенки разные. Производство это Китай. Их тут хорошо разбирают. С машинками, с пингвинами. Карандашей много. Вот, например, набор поменьше. Здесь они трехгранные. Мягко рисуют. Прочный грифель. Здесь указан размер даже. 99 за 12. Необычные они утолщенные. 99 рублей 8 штук. Трехгранная форма. Это для маленьких детей написано. Будет удобно. 8 ярких цветов. А вот такие карандашики стоят 59 рублей. Они уже заточены, цвета все яркие, разные. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Хочу заглянуть в рукодельный отдел. Здесь я, знаете, что увидела? Что алмазные наборы по двойному ценнику. 116 по карте 99. Алмазная вышивка. Здесь, по-моему, новые какие-то наборы появились. Потому что мы с вами такие не смотрели. Ну, вот этот был, да, а вот, например, следующий мы с вами не смотрели. Посмотрите, какая красота. Края, да, как красиво сделано. Набор состоит из канвы, палочки для нанесения, диск и мозаика. На русском языке есть подробная инструкция. Как обычно, вот все, что входит в набор. Здесь алмазики круглые. Не квадратные, а круглые. И они выполнены из акрила, также в составе полиэстер и полипропилен. Сейчас я подберу еще, какие тут есть. Такой праздничный вариант с шариками. Да, новая алмазная. Смотрите, лебеди какие красивые. Таких не было ранее. Ромашки. Уже, знаете, такие весенние-летние варианты привезли. Это какой-то тут прям стол с ягодами. Кувшинчик стоит. Сделать и на кухню повесить. Есть еще вот такие цветочки. Красивый букетик. Маки. Ну, по-моему, это из предыдущих. Очень много. Прям два рядочка. Прибегайте. Еще и двойной ценник. 116 по карте 99. Обратите внимание, что в фикс-прайсе появился большой набор перчаток. Такого ранее не было. Смотрите, сколько коробок. Размеры разные. МС точно вижу. И цена за 50 штук 199 рублей. Написано хозяйственные тонкие. Бон Хом.
прочные, эластичные, подойдут для любых хозяйственных нужд. Для уборки дома, для мытья посуды и для работы в саду. Вот такая упаковка. Здесь отрываем и их там достаем. Сейчас я вам покажу состав ПВХ. Здесь вот я подошла, кто-то приоткрывал, смотрел. Вот так они выглядят. Я сейчас закрою, конечно. Но мы с вами можем тоже посмотреть, воспользоваться. Вот такие обычные, замечательные. Это, помните, во время вируса такие тоже продавали, по-моему, по 10 штук. И они хорошие, удобные. Цена 199. Из перчаток еще вот такие Бонхом привезли. Сиреневого цвета, размер М, XL. Разные они здесь. S-ка есть. 10 штук, 5 пар, хозяйственные. Они выполнены, написано Qualitex, так мелко. Вот такой состав. Значит, 10 штук, 5 пар, 99. А если здесь посмотреть, видите, похожие, но они уже другие тоже. 5 пар, 10 штук. Смотрите, какая толстая упаковка. Вот эти очень похвалили. Суперпрочные показывают, так как начинаются уже посадки всякие, садовые работы с землей. Вы поняли, да, перчаточки нужны будут. Либо вот такие, которые совсем плотные. Здесь они по одной паре 99,85. Вот еще за 55, если вам нужно. Вот такие есть хозяйственные, либо такие вот суперпрочные по 59. Ну, а мы перемещаемся в отдел товара для кухни. Здесь я увидела сито. Снова его привезли, небольшого размера. 16 сантиметров диаметр, с ручкой удобной, вот с такими ушками. Нет, это другие. Смотрите, какие они остренькие. Цена 116. Мне кажется, качество супер, потому что сталь нержавеющая, больше ничего в составе нет. Посмотрите, какая прелесть. Он такой более углубленный. Более углубленный. На что тут мне вам попробовать? Ну, вы поняли, да? На что-то там, на какой-то ковшик. Вот на этот, кстати, подойдет. Здесь просто закрыто. 116, мне кажется, вообще супер просто. Металлическая миска стоит 149 рублей. Она большая. У нее объем 3 литра 700. Она выполнена из стали. Сталь и эмаль написано. Беленькая, с ободочком с черным. И есть еще с ободочком синим. Такой, знаете, как тазик металлический. Кстати, их тут всего две, наверное, из каких-то прошлых поставок. 149. Ушки с новогодним рисунком сейчас по акции. Но Новый год-то начался, весь год будет год дракона, можно купить подешевле. Написано 83 рубля. Сколько стоило, я не помню. Наверное, 99. В составе фарфор и объем 370 мл. Немножко там дракончики отличаются. Если хотите, можете купить подешевле. По-моему, вот это новая коллекция какая-то цветная. Венчики повесили. 27 сантиметров, цена 99 рублей. Сам венчик выполнен из стали нержавеющей, а ручка из полипропилена. Здесь она еще вот с такой резиночкой удобной. Что-то подобное уже было. Это резиночка, это силикон. Смотрите, какие яркие ручки. Желтый, розовый, зеленый такой салатовый цвет. Прям весенняя. Весеннее настроение будут создавать. Но если вам такой венчик дорого, можно купить вот этот вариант, который популярный сейчас полностью металлический, как в Икее за 49,50. Либо вот это тоже необычный такой, недавно поступил, 62 рубля. Маленький за 83. Вот этот такой совсем. Ручка у него интересная, прорезиненная. Вот они. Если что, подешевле. Набор металлических губок сейчас по двойному ценнику. 59 по карте 51. Они большие. И это Бонхом. Они выполнены из оцинкованной стали. 4 большие губки. Очень классные перчатки нашла в строительном отделе. Перчатки обливные, размер L. Сейчас посмотрю, какие остались. Их очень хорошо разбирают. Они такие прям защищать будут хорошо. 79 рублей, это прям не цена для них. Очень плотные. Очень-очень плотные. Классные. Сейчас посмотрю еще какие. Элька. И там, представляете, еще больше. XL. Все разобрали. LXL 79. Маленькая отвертка с битами 4 в 1. Цена 55 рублей за набор. Указано, что это набор функциональный. Подходит для точных работ. Вот он такой маленький, компактный. Там они еще и разного цвета. Набор из 4 напильников, цена 99 рублей. Еще вот в таком чехольчике. Покажу вам состав. Это углеродистая сталь и полиэтилен сам чехол. Вот это шикарная автомобильная тряпочка. Сейчас по двойному ценнику. Купите, не пожалеете, в тубе. Это который замши.
очень хорошо вытирает, сама лично убедилась. 30 на 30 ее размер. Ее можно еще использовать для стекол и зеркал. Она постоянно должна быть влажная, она очень плотная. Я ее по назначению использовала, когда вам уже рассказывала, у нас щетки вот эти сломались во время ливня в машине и останавливались, протирали, прям помогает. Дома можно чистить зеркала, окна протирать. Давно мы с вами лампочки не смотрели, я уже в электротоварах, и продается лампа светодиодная, цоколь Е27, куда без ламп никуда в такую темноту. Вот такие новенькие поставили, показываем все, что здесь указано. Белый свет, нейтральный написано. Есть еще по 69 рублей вот такие, это Эра. Вот эти предыдущие я посмотрела, Китай, а это российские. Холодный, теплый свет, здесь они немножко тоже разные. Женские кошельки повесили новые, они выполнены из искусственной кожи, такие прям объемные. Здесь еще вот такой декор, молния металлическая, здесь указан размер. Сейчас мы посмотрим, 11 на 7,5. А это и не кошелек, это холдер для скидочных и банковских карт. Открыла, а тут прям, посмотрите, отделение сколько, карточки хранить. Сюда можно и деньги положить, вот, бумажные сложить. Отделений много, цвета разные. Вот такие еще серо-голубые, розовые есть. И у них такие вот украшения, вот эти висюльки. Как вам такой товар? Пишите, будет ли место занимать. Наверное, большинство уже электронно карточки занес, хранит. Ну, а кто-то еще и носит. Три цвета, цена 249. Увидела новые зеркала. Это зеркало компактное, носить с собой в сумочке, 149 рублей. С блестками. Париж. С гелем. Именно у этого зеркала увеличение трехкратное, потому что подобные зеркала бывают с двукратным увеличением. Все они яркие, красивые, такие прям весенние. И цена 149. С подобными блестками выложили расчески, но там нет геля. Они просто так вот бегают там и все. Очень легкая. Смотрите, какая, по-моему, это расческа для мокрых волос. Здесь, конечно, об этом не указано. Полистирол, пэт, бумага. Но вот эти щетинки, мне кажется, эта расческа для мокрых волос подойдет. Покажу вам, какие есть варианты. Тут они разные все. Звездочки. Беленькая такая яркая. И с этой стороны, смотрите, какие они красивые. 149 рублей цена. Уважаемые зрители, на сегодня это все. Прошлась по всему магазину, показала все, что я увидела новое, интересное. Ну, а вам всего хорошего, всего доброго. И увидимся в следующем обзоре. До свидания. Всем пока-пока.